Раскрыть свой талант можно на серии лагерей «Пламенные». Смены пройдут в осенние каникулы и продлятся неделю с 29 октября по 4 ноября. Участников ждут сразу несколько направлений на выбор. Все они традиционные, а программы прошли проверку временем. Так, направление лидерства существует около 45 лет, оно ровесник самого лагеря «Пламенный». Лидером быть сложно, это тоже своя наука. Если возглавляешь какое-то предприятие или группу ребят, или какой-то кружок, в любом случае нужно уметь и общаться, уметь и строить коллектив, и ораторское мастерство, и умение себя вести в коллективе, выстраивать его, начиная с простой дружбы, заканчивая уже построением работы. В лагере соберутся порядка 150 человек. Они будут разделены на 5 тематических смен. Одна из них посвящена английскому языку. Лагерь UpCamp проводится в 6-й раз. Программа построена таким образом, чтобы дети могли преодолеть стеснение и языковой барьер. Очень много мероприятий, игр на языке. Есть носитель языка, есть тьюторы все время целый день с ними. И на занятиях, и в мероприятиях. Язык везде. Язык, он как культ в этом лагере, и он там модно, интересно на нем разговаривать. Даже если ты не можешь ошибиться, тебя за это не поругают, поправят или там подскажут. И что дает возможность не бояться и начать разговаривать. Интенсивную программу приготовили для любителей точных наук. Школьники смогут заниматься робототехникой, программированием, инженерным творчеством. Их учителями станут преподаватели радиоуниверситета и кванториума. У них есть и математика, и физика, и информатика. Те уроки, которые тоже интересны, и которые они помогают им развиться. Высоким спросом пользуются медиасмена и актерское мастерство. Ведь многие школьники пробуют создавать свои блоги или хотят связать жизнь с публичными профессиями. Надо тоже уметь и правильно снимать видео, и правильно монтировать его, озвучивать, записывать, прежде чем выкладывать, чтобы это смотрелось все красиво. Актерское мастерство нужно, мне кажется, многим профессиям, начиная там от педагогических, заканчивая даже просто в жизни. Это помогает, помогает построить общение, просто показать себя, почувствовать себя. Лагерь пройдет на базе детского санатория «Колос». Подать заявку можно до 25 октября. Сделать это на сайте лагеря «Пламенного» или по телефону 99 29 63. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».